нас сегодня день Х, наконец-то, что стало 5 апреля, и мы идем получать латышскую визу. Я надеюсь, что ничего за эти дни не поменялось, вот, и нам ее выдадут. Хотя Камила делала ставки, что меня депортируют. Вон к моему кофе привезли бухлишко, поэтому день обещают быть хорошим. Чаек нашли, господи, какое удовольствие. Вообще не весенняя погода, нереально холодно, как будто в Сибири. Прикольно. Привет! Несмотря на неблагоприятные Камилыны прогнозы, мне все-таки выдали визу и не депортировали.